первой и второй части нашего цикла мы рассказали о важнейших вехах в противостоянии казахов и джунгар. Этот период, очень трагический и памятный для всего народа, начался с Орбулакской битвы, где войско Хунтайджи Эрдени Батура, впервые выступившее в поход против киргизов и казахов, попало в засаду воинов Жангир-Султана и, понеся существенные потери, отступило. Во второй серии вы узнали о легендарном походе Раймбек-Батыра на Ойран-Тобе и военной хитрости казахов, позволившей разгромить превосходящие силы джунгар, находящихся в укрепленном лагере. Поход позволил отвоевать Илиал-Атау и стал окончанием эпохи владычества джунгар в Житесу. В третьей серии мы расскажем об окончательном упадке джунгарии и сражениях, позволивших раз и навсегда прекратить джунгарские набеги на территорию Казахстана. Во время моей первой экспедиции в долину Текеса, в Китай, в 2010 году, я посетил интересный такой приграничный поселок под названием Калмак-Куре. Это старое название. По-казахски Калмак-Куре это называется Калмыцкий аул. Недавно китайцы его переименовали Монгол-Куре. Я удивился, почему именно Монгол-Куре. Там живут потомки джунгар, вытесненные когда-то Раймбек-Батыром из восточного Житесу. Они себя называют монголами, алетами. Они забыли свое древнее название – Ойрат, джунгар. Китайцы их всех приучили к тому, чтобы они назывались монголами. А слово «калмак», интересно, когда я их стал называть, они обиделись на меня. «Калмак» у них является оскорбительным даже словом. Молодежь практически забыла свой язык, не знает свою историю. Ошибочно себя называет монголами Чингисхана, которые пришли сюда, с монгольского Нагорья. И мне повезло там встретить одного ойратского аксакала по имени Турба Удельке. Ему в то время было 78 лет, который свободно владеет казахским языком, то он написал о том, что джунгары, раньше ойраты, с его племени, алет и рода Зорган-Сумун, по-калмыцки переводится, 6 родов. Они жили на территории восточного Житесу, в Нарынколе. Почему Нарынкол? Потому что там род возглавлял Батыр по имени Нарынгол. Баянкол то же самое. Был Батыр такой, Баянкол жил в этом ущелье. Тагангол, Кеген тоже был. Это был ойратский Батыр. Чарын и Тургин. А также жили на восточном берегу Иссык-Куля. Сейчас современный Каракол. Это калмыцкое слово. Карагол. Там тоже был аул одного из ойратских батыров. Столица джунгарского ханства Урдун находилась на месте старой Кульджи, между южным берегом Или и Чапчальским рвом, непроходимым для конницы, глубиной до 8 метров и шириной до 10 метров, и была растянута на 20 километров между поселками. Летом через Чапчальский ров проходило десяток деревянных мостов, которые во время опасности быстро разбирались. Зимой же из Чапчала воду отводили в Или, чтобы по льду не прошла вражеская конница. По мифологии ойратов, они проиграли из-за отсутствия единства казахам-албанам во главе с Раймбек-Батыром. И с долины Кегеня, Баянкола, Нарынкола, через Шелькиде они бежали в Калмак-Куре. Сейчас там живут остатки племен, небольшие чарос и в основном торговуты. Торговуты в конце 18 века, со слов аксакала, были переселены из Волги. Это 1771-72 год, на территории Илийской долины. Потом их переселили из-за того, что они пересекали границу и все время воевали с казахами. Их переселили вглубь Китая, в долину реки Юлдус, в Северном Тяньшане. И потом уже дальше переселили, из-за того, что они всегда вызывали беспокойство китайских властей, вообще вглубь Китая, через перевал Боза-Дарасу, в Южный Тяньшань, в долину реки Аксу. По ойратски Цаган-Сунму. И где в 1960 году был организован Баянгол монгольский, а не Баянгол ойратский, автономный округ
где до сих пор живут остатки племен Чорос, Зарчин, Таргавут и Дербет. На реке Барат-Ала, по-калмыцки Ветреная долина, в 1971-1972 году тоже туда переселили волжских калмыков, таргавутов. Также в 1954 году был организован также не джунгарский ойратский, а Барат-Ала, монгольский автономный округ. А на месте Кухунорского ханства в Тибете, где жили хашауты, хашаутское ханство, можно сказать, был организован, опять-таки, не ханан ойратский автономный уезд, а именно ханан монгольский автономный уезд в провинции Цинхай и Ганьсу. После переселения ойрата вглубь Китая, в приграничные районы, в том числе и в Калмак-Куре, Чугунак, а также в Урдун, современный Кулджа, были переселены из Маньчжурии племена. Сибе, они были профессиональными лучниками, дауры, салоны и уренхайцы, ну, те же самые сайоты, которые до сих пор 18 апреля каждый год празднуют День пограничника, день переселения их именно туда, в Вилийскую долину. И в 2014 году они с большой помпой провели 250-летие их переселения на эти земли. У меня сложилось такое впечатление, что китайские историки, чтобы стереть у джунгар память о их погроме и геноциде, стали придумывать новую историю для них. Превратили ойратов в монголов КНР, так называемых. И туда включили всех монголоязычные племена, в том числе халха-монголы, южные монголы и так далее. И что интересно, ни в одной библиотеке я не нашел вообще историю про ойратов. В том числе историю о погромах в джунгаре и вообще о ойрато-китайских войнах. Сохранились только небольшие такие вот, очень скудные сведения у ойратских аксакалов по их мифологии и борьбе с китайцами и с казахами. В 50-х годах 18 века на Джунгарию обрушилась лавина несчастий. Так, после смерти Галдан-Цирена, среди знати произошел раскол. Некоторые тайджи и нойоны не признали захватившего джунгарский трон внебрачного сына Ламу-Доржи. Среди них был и лидер, чоросский нойон Даваци, считавший себя более знатным и более достойным трона Хунтайджи. Но сил у него было недостаточно. И в 1751 году он со своими сторонниками Амурсаной, нойонами Банджуром, Батма и Ренджей-Циренами был вынужден бежать от преследования Лама-Доржи в казахский Ортажус к своему старому знакомому Абылай-Султану. А нойоны Сарал и Убаши-Цирен ушли к императору Цань-Луню. Таким образом, джунгарская внутренняя междоусобица переросла в международную и послужила сигналом для соседних стран о слабости Джунгарии. По самой Джунгарии поползли слухи, что казахи, китайцы и русские готовы поддержать мятежника Даваци. Вместе со слухами рука об руку шли разруха и голод. Перестали добываться на Алтае железо и медь, отливаться пушки и изготавливаться оружие. Закрывались мастерские по производству холодного оружия и доспехов. Войскам не устраивали, как прежде, смотров и учений. Уникальный кочевой военно-промышленный комплекс, созданный отцами джунгарской пороховой революции Хунтайджи Цвен Раптаном и шведом Густавом Ренатом, пришел в полный упадок, а среди джунгарской знати росло и ширилось недовольство Ламой Доржи. В сложившейся политической ситуации быстрее всего сориентировался Аблайхан. По принципу «разделяя властвуй», именно глава Ортажуза не выдал мятежных беглецов во главе Даваци Абурсаны Лама-Доржи. Джунгарский кунтайши решил наказать казахов. И это привело к очередной ойрато-казахской войне. Три тумена джунгар общей численностью 15-20 тысяч воинов вторглись в кочевье Ортажуза. Война шла с переменным успехом, но Аблайхан стал просить перемирия. Ну, это его был такой политический ход. И затянул с выдачей беглецов. В то же время Лама-Доржи, требуя выдачи беглецов, сделал крупный просчет, оголил
Джитусу от войск. Абылай сменил тактику, воспользовавшись сообщениями от Тулеби о полном отсутствии джунгарских войск в западном Джитусу, и в декабре 1752 года отправил туда своеобразный казахско-ойратский десант в 500 казахов и 150 ойратов, состоящих из сторонников Даваци и Амурсаны. Стремительным марш-броском они обходят Балхаш с запада, вдоль южного берега Или, и в начале января 1753 года врываются в Урдун, столицу и зимнюю ставку Хунтайджи, не встречая на пути никакого сопротивления. Там предательски не были уничтожены мосты через Чапчальский ров. Лама Дуржи попал в плен и 12 января был казнен. При поддержке казахов новым Хунтайджи становится Даваци. После этой блестяще проведенной операции Абылай еще больше утвердился в своих планах установления контроля над Джунгарией. Даваци оказался ограниченным и очень жадным, что только добавило огня в пожар джунгарских междоусобиц. Да и на полцарства стал претендовать Амурсана. И в этот раз уже Амурсана обратился за помощью к Абылаю, и казахский султан безотказно снабдил союзника уже против Даваци требуемым количеством скота, лошадей для войны и даже выделил казахский отряд. Но Даваци прибегнул к помощи зайсанов алтайских толенгутов, которые в сражении весной 1754 года полностью разбили казахско-джунгарский отряд Амурсаны. Сам Амурсана с 20 тысячами своих соплеменников хойтов на этот раз бежал не в Халку, а в Китай. Он явился китайским властям в Пекин и заявил о своем желании служить Богдахану Цинлуню. Его обращение было принято с просьбой о помощи, и это послужило бесспорным поводом для захвата и уничтожения Джунгарии. Уже с 1753 года маньчжуры начали покорять местных ойратов именно со стороны Гоби и Восточного Тяньшаня, где они соединяются между собой. Непокорных сразу казнили, и народ выселяли в Южную Монголию, сейчас современная внутренняя Монголия Китая. В общей сложности было выселено около 40 тысяч семей ойратов, где они пополнили так называемые регулярные войска. Это наподобие русских казаков России, которых использовали как кавалерию, как военную силу против подавления внутренних восстаний в Китае. Эти племена, общие, под названием Джангар, до сих пор живут во внутренней Монголии Китая и входят в родовое подразделение племени Чахар во внутренней Монголии. Проведя генеральную военную репетицию, весной 1755 года китайская армия численностью в 50 тысяч воинов, включающая 10 тысяч манчжур, 10 тысяч халха-монголов и 20 тысяч южных монголов, была разделена на две части. Следует отметить, что, собственно, китайцев, ханьцев, в боевых отрядах ни тогда, ни после не было. Питая отвращение к войне и насилию, они составляли лишь тыловые отряды, которые должны были заниматься земледелием на занимаемых землях и создавать военно-пахотные поселения для снабжения продовольствием. Пехота состояла в основном из маньчжурских племен, а кавалерия, по аналогии с русскими казаками и калмыками, комплектовалась из монголов, позже – ойратов. Северная часть войска, которая прибыла из самой Монголии, 20 тысяч штабель, под командованием монгольского генерала Панти, в авангарде, кстати, который был известен нам, хойцкий наён Амурсана, через Барколь приступили к захвату самого монгольского Алтая и северной части Восточного Тяньшаня. Южная же часть, прибывшая из самой Маньчжурии, под командованием генерала Юн Чуна, маньчжура по национальности, пошла, значит, через Кумул, это Южный Тяньшань, перешла через Турфан в Тарбагатай и захватила полностью джунгарскую равнину. Кстати, в авангарде маньчжурских войск был, опять-таки, ойратский наён из племени Дербет,
Сарал. Потом, после этого, южная часть войск, в авангарде который был Сарал, обошла южнее Абинура, озеро, через хребет Борохора, долину Или, и захватила полностью северную часть долины Или. А южную часть захватил Панти. Он практически без боя вошел в Урдун, современную Кульджу, столицу того джунгарского ханства. Несмотря на военную помощь сборного казахского отряда в 3000 воинов, возглавляемых Кабанбай и Раймбек Батырами, Даваци, так и не приняв боя в районе слияния Или и Текеса, бежал с небольшим отрядом ойратов через перевал Юлдуз в Южный Тяньшань. Но вскоре, 19 июля, был пойман при помощи уйгуров недалеко от реки Аксу в Кашгаре и отправлен в Пекин, где Цянлун обошелся с ним гуманно, и в 1759 году он умер своей смертью. Между тем Панти, расположившись в Кульдже в качестве главного китайского наместника, объявил о распаде Джунгарии и назначил новых хунтайджи для каждого из племен Чорос, Дербет, Хошоут и Хойт. Амурсана, который надеялся по меньшей мере на часть Джунгарии, горько разочаровался. Чтобы обуздать его недовольство, Панти под конвоем отправляет его в Пекин. По дороге обманутый Амурсана сбегает от конвоя в родные кочевья хойтов в Тарбагатае, где поднимает восстание против Китая. Мятежный хойтский наем Амурсана, собрав остатки джунгарских отрядов, осенью 1755 года неожиданно возвращается в Урду, в современный Кульджа, в старую ставку Хунтайджи, и нападает на Панти. Панти, монгольский генерал, уверенный в победе, распустил 20 тысяч войска, которые ограбили всю Джунгарию и вернулись в Монголию. И остался небольшим гарнизоном в Урдуне. Он был окружен полностью, и отряд был уничтожен. Сам Панти покончил жизнь самоубийством. После восстановления независимости Джунгарии, чоросские тайджи посчитали унизительным для себя подчиниться Амурсане, который был всего лишь хойтским нуйоном. Его мать была младшей сестрой Галдан Цирена, поэтому для чоросов он был человеком более низкого происхождения. В стане восставших возобновились раздоры и кровавые междоусобицы. Прошли эпидемия оспы, опустошительное нашествие саранчи в 1752 году и еще более опустошительные набеги казахов и кыргызов, почувствовавших слабость бывших тиранов. Дороги Джунгарии были усыпаны трупами, реки краснели от пролитой человеческой крови, а воздух был полон дыма от горевших монастырей и кибиток. В общем, за период с 1753 по 1755 год казахи из долины Или и Эмеля, ну, собственно, Джунгарской равнины, угнали в плен более 10 тысяч семей ойратов. И Амурсана, став Хунтанджи, в отместку за поражение в 1754 году от алтайских тулингитов, казнил 15 алтайских зайсанов и передал Аблайхану еще дополнительно 7 тысяч семей тулингитов. Киргизы из Алая, Кубатурби, из города Кушу, захватил Таласскую равнину. А Сарыбагыши, это киргизское племя, захватили верховье Чуйсыкуль. Сами джунгары стали откачевывать из центральных районов Джунгарии на север, на восток и на запад. Дербеты откачевали в Кобдо, это провинция Кобдо в современной Монголии. Часть хашаутов ушла в Кашгарию, часть хашаутов ушла в Тибет. Китайцы же с удовлетворением наблюдали разброд в стране заклятого противника, стремясь усилить разногласия, радушно принимая беглецов. Так, предчувствуя бессилия джунгарского волка, китайский дракон начал готовиться к последнему и решающему бою. Весной следующего 1756 года китайская армия под командованием маньчжурского генерала Чао Хуэя осаждает Урумчи и весной 1757 года проходит до Эмиля и Тарбагатая. Монгольская кавалерия вместе с 5000 дербетов Нуйона Сарала двигается маршем к Кульдже. Амурсана, пытаясь организовать сопротивление, вначале побеждает несколько монгольских отрядов,
Но маньчжуры, перегруппировав силы, в конце концов разбивают отряды джунгар. Бросив все, Амурсана снова бежит к казахам. Маньчжуры, преследуя мятежника, переходят Иртыш и доходят до земель Ортажуза. Это было концом Джунгарии, последней империи кочевников, которая в 1761 году превратилась в цинское наместство под названием Синьцзян, что переводится «новая граница». Округ Кабдо, Тарбагатай, провинция Иле, Урдун, современная Кулджа, были присоединены к Китаю. Джунгары, в основном мятежные племена Чарос и Хойт, гербеты, кстати, вовремя покорились и менее всего пострадали, были полностью истреблены. Я вот ездил в Китай, очень редко встречал чаросов и хойтов, практически их нету. Небольшое количество хойтов сохранилось в Монголии сейчас. В борьбу за джунгарское наследство активно включились казахи и кыргызы. В 1757-58 годах казахские батыры напали на алтайских кубак-алмаков. Особенно прославились Найман Кокжал-Барак и Кипчак Кошкарбай-Батыр. Действуя по заданию Абылай-Султана, они мстили калмыкам за набеги на Ортажуз и за участие в разгроме отряда Амурсаны и Абылая в 1754 году. Переходя Иртыш и вторгаясь в горный и монгольский Алтай, казахские батыры стали наводить страх, забирая мальчиков в Тулингуты, женщин и девушек в Токал, а скот присоединяли к своим стадам. Противовес переселению казахов в Джунгарию, китайцы стали переселять туда маньчжурские племена. Собственно, племена Сибе, это профессиональные лучники, также тауров и салонов. А также стали переселять с Южной Монголии племена чахаров, с Северной Монголии халка-монголов. Также переселили с Кашгарии уйгуров-таранчи и дунган-ганьсу. И с Тувы переселили еще уроин-хайцев, которых называли сайотами. А в 1771 году по инициативе китайских властей двинулись с Поволжья калмыки-торгуты из России. Их двинуло 175 тысяч, из них до Китая дошло всего лишь 40 тысяч торгутов. Их сначала переселили на границе с Казахстаном, но после того, как они стали опять воевать с казахами, взаимные набеги, угонять скот, их решили переселить в район Кулджи сначала, долины реки Юлдус. И там тоже беспокойные торгуты стали заниматься набегами, воевать с киргизами, с казахами. Их решили переселить в Южный Тяньшань, на берегу реки Аксу, где впоследствии был организован Баянков-Монгольский автономный уезд Китая. Россия, до этого безучастно наблюдавшая за ситуацией в Джунгарии, решила не отстать от дележа Джунгарии. Царица Елизавета Петровна в мае 1756 года издала указ о приеме беглецов в свое подданство, а в июне – указ о присоединении к России территории Горного Алтая. В 1757-58 годах Джунгария, последняя империя кочевников, была полностью уничтожена. Китайский историк Цинской империи Вэй Юань писал, что численность джунгар к 1755 году составляла не менее 200 тысяч кибиток. Российский историк Скобелев считал, что при учете среднего коэффициента 4,5 человека на кибитку численность населения Джунгарии составляла около 900 тысяч. Поэтому размеры потерь джунгар и оставшихся в живых можно представить следующим образом. Число дербетов, поддержавших китайцев и не участвовавших в мятежах – 20%, или около 150 тысяч. В Сибири, Северной Монголии и в Горном Алтае спаслось около 60 тысяч. В самой Джунгарии уцелело 40 тысяч. Увезено в плен казахами и киргизами порядка 100 тысяч. Гибель от голода и эпидемии оспы – 200 тысяч. Гибель от междоусобиц и набегов казахов и киргизов – 50 тысяч человек. Если сложить эти числа и отнять от общей численности в 900 тысяч, то получится число джунгар, в основном чуросов и хойтов, уничтоженных цинскими войсками – около 300 тысяч.
Так, по китайской переписи 1771 года по всей империи было не более 275 тысяч ойратов, из них в Джунгарии не более 60 тысяч, 173 тысячи переселенцев ойратов в Халхе и Южной Монголии и 40 тысяч бежавших из России торгоутов. Как 170 лет назад, до разгрома Джунгарии, ослабленное внутренними распрями Сибирское ханство было разделено Россией и в то время пассионарной молодой сильной Джунгарией. Через 170 лет сама Джунгария, раздирая внутренними распрями, была поделена между соседями, в том числе Российской и Цинской империи. Если бы ойратская элита проявила бы мудрость, гибкость, как проявили казахи во главе с Аблайханом, то огромный этнос, почти с миллионной численностью, казахов тогда было в два раза меньше. Сейчас бы это был самый крупный этнос Центральной Азии, численность не менее 30 миллионов. Таким образом, политические действия Аблайхана, направленные на усиление разобщения в стане джунгарской знати, последовательная поддержка оппозиции и использование стратегической ситуации позволили казахам устранить джунгарскую угрозу. Однако вследствие этого возникла новая угроза со стороны маньчжурской династии. Но об этом мы расскажем уже в другой серии.